Пап, почему яблоко коричневое? Понимаешь, когда ты откусываешь яблоко, у него выделяется сок. Так как в яблоке содержится железо, то взаимодействуя с кислородом, оно окисляется и таким образом приобретает коричневый цвет. Пап, а ты с кем сейчас разговаривал? Бабушка, бабушка, это тебе. Спасибо, милый внучок. Какие красивые розы. И так похожи на те, которые растут в саду. Уже не растут. Вот, Саша, если ты будешь слушаться и перестанешь капризничать, то Дед Мороз подарит тебе башенный кран. Здорово! Получается, мне будет целых два башенных крана. Ну почему же два? А второй я нашел у тебя под кроватью. Папа, а что дальше, Луна или Нью-Йорк? Мил, ну ты уже большая. Тебе должно быть стыдно задавать такие глупые-то вопросы. Вот погляди в окошко и посмотри на небо. Что ты там видишь? Луну. Вот и правильно. А Нью-Йорк ты там где-нибудь видишь? Нет. Вот и делай соответствующие выводы. Пап, посмотри, что я нарисовал. Ну, это похоже на солнышко. Мил, посмотри, что я нарисовал. Это, наверное, помидор. Мам, золото вот такие голубые, это просто кружочек. Вот, милаш, если ты будешь хорошо учиться в этом году, то мы с мамой подарим тебе велосипед. Ну а если плохо, то пианино. Пап, у меня к тебе два вопроса. Да, милый, что хотела? Первый, могу ли я получать больше карманных денег, а второй, почему нет? Пап, а ты не будешь сердиться? Ну, смотря что случилось. Да я кофе пролила. Так это ерунда вообще. Ну вот и я так думаю. А твой компьютер так не думает. Он теперь вообще не думает. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Пока-пока!